А вы помните одну из самых тяжелых схваток в карьере трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сатиева, которую он провел в четвертьфинале Олимпиады 2004 года в Афинах против своего земляка из Хасавюрта Мурада Гайдарова, представлявшего Белоруссию. Тогда решающий балл судьи отдали Сайтиеву за несколько секунд до окончания схватки. Гайдаров с решением судей не согласился и не вышел на объявление победителя, а затем спровоцировал драку стенка на стенку в потрибунном помещении, в ходе которой Сайтиев получил повреждение челюсти. Но несмотря на эту травму, он продолжил бороться и выиграл еще две схватки и стал олимпийским чемпионом.